Во время чемпионата мира по футболу Владимиро-Суздальский музей-заповедник стал одним из самых посещаемых музеев страны. По подсчетам его руководства, за месяц было продано 136 тысяч билетов. Были определенные проблемы, прежде всего логистические выезды из Москвы, и с этим сталкивались и организованные группы, и одиночные туристы, потому что поезда, которые ходили между Москвой и городами чемпионата, они порой были переполнены. Тем не менее, поток в этом году не снизился, он даже немножко увеличился, и мы надеемся, что и дальше пойдет все так же хорошо. Как сообщили в администрации Владимирской области, в рейтинге самых посещаемых музеев СМЗ занял 6-е место, опередив Государственную Третьяковскую галерею, Государственный исторический и Русский музеи. Напомним, Владимир был выбран культурной столицей чемпионата мира по футболу. В его рамках в регионе прошло 50 массовых мероприятий, которые собрали свыше 450 тысяч человек, в том числе болельщиков из других областей и иностранцев.